Садись. Нельзя туда идти. Благодарю. Не, ребят, так не пойдет. Сюда идем. Ты туда даже не смотри, Магадан. Туда даже не смотри. А вы молодцы. Все поперепутались, да? Вперед идем. Там или кошка бегает, куда все тянут? Это вторая упряжка, да, лежит. Она и самая маленькая, если сейчас. Вместе со всеми. И бегает уже? Да. Так рано? Она ведущая бегает уже. Она же не одна тянет. Тянут все, все работают. А вот этого как зовут? Рай. Но ему уже 9 почти. А вот нам про него говорили. А, нет, другой там. Другой, всего. А это? Магадан. Магадан. Ну что ты? А кошек они чувствуют, да? Конечно. Для них это они если выскакивают, они ловят все живое. На кошки, барашки, мыши, ежи. И, в принципе, все, что поймают, все, что ловят, они добавят. Даже ежов могут поймать? А, девочка была, сейчас Патриция. Она мышей наловит, вот так вот в ряд лежит. Ежика поймает, также положит рядышком. Тоже язык на бок висит, она его как-то пытается разорвать, там все такое рвет. А сейчас она где? Она старенькая уже была, сейчас бы ей было тоже 15-16 лет где-то. А давно занимаетесь собаками? Надо 5 уже. Как к этому пришли? Ну, так получилось. Да. Кто там, Агадан?
Пойдем, что разберешься. Ну, люди они вообще, да? А люди как? Люди для них вообще не игры. Но здесь они просто привыкли настолько к людям, что они на людей внимания не обращают. Это бывает, когда никого нет, никто не приходит к нам, вот тогда у них начинается. Хочу пообщаться, хочу попрыгать, поиграться, полоскаться и все такое. Когда людей много, они вялые, сонные, спокойные такие. Сейчас вот они реагируют только на животных. Ну, куры, они в принципе уже вот не привыкли. Когда их только сюда привезли, вот тогда оттуда их увезли было. Как едешь, они тебя туда все. Раз туда зафигурили. А щенков немного, да, вы разводите? Нет. Щенки нужны, вяжем, нет? Не вяжем. Угу. Не-не-не, стою, стою. Ладно, пойди туда. Угу, спасибо. До свидания. Спасибо. Пойдем домой. Ого, да? Круто. Знаешь, как классно. Дух захватывает. Да, клево. Зимой вообще, наверное, круто. Ты не хочешь? Я тебя не на Мерседесах кататься. Да классно вообще. Ну, сурикаты. Что такое сурикаты? Это вот такие животные. Не стучите, они не откроют. Привет. Ты как смотришь, что пришла? Таким умным взглядом. Смотри. Денежку-то отдала? Да. Что и сумку заберем. Пойдем. О, детки идут. Очень быстро. Сколько метров там проехали? Ну, 500. Да, там быстро. Они быстро едут. И сколько их самому заплатили? 500. Это на еду. Ну, я понимаю, это мало 500 рублей. Да, и ехать никуда там не надо. Да, да, мне все мечта. Надо как-нибудь прийти со своими внуками. Это мечта поехать вот пока в Норвегии, там, на Аляске, как они, это самое. А это же получается здесь адреналин, какая прелесть, правда? Здорово, я рада за вас. Спасибо. Вот детвора набежала.